детский сад, второй наш дом. Как тепло, уютно в нем. Вы его любите, дети. Самый добрый дом на свете. На открытие нового детского сада в жилом комплексе «Восточная Бутово» приехали почетные гости. Среди них депутат Государственной Думы Вячеслав Фетисов и глава Ленинского городского округа Алексей Спасский. Детский садик – это не только необходимый стандарт, да, но это место сборки, по сути дела. Здесь дети знакомятся, значит, будут знакомиться родители. И, в общем, это вот атмосфера двора, присущая вообще нашей культуре, как раз вот здесь и закладывается. В этом году более десятка образовательных учреждений, садов и школ у нас случится. И порядка 3000 мест в школах, 3000 мест в детских садах, каждый из которых, я думаю, порадует родителей малышей. Пятый корпус детского сада «Бобренок» рассчитан на 225 мест. 9 групп дошкольного учреждения полностью укомплектованы всем необходимым для комфортного пребывания воспитанников. В таком прекрасном микрорайоне я поздравляю всех родителей, работников детского сада, конечно, детишек. Здесь очень хорошие условия, замечательные для образовательной деятельности, для развития детей. Полностью у нас укомплектован уже штат, педагоги набраны, коллектив пополнен. Мы очень надеемся, что здесь будет нашим новым детям, как мы их называем, бобрятком, замечательно, хорошо, весело, радостно. Для молодых семей, которые в основном и проживают в микрорайоне, такое событие стало настоящим подарком к новому учебному году. Мы вот примерно год назад купили здесь квартиру, как раз при покупке встали на очередь на детский садик сюда, вот, чтобы поближе к дому. И были безумно рады, когда на самом деле нам досталась очередь в детский садик, потому что нам как раз только исполняется 3 годика, то есть мы еще маленькие, вот впервые идем в детский садик. Кетеван Давыдова долго ждала очереди в дошкольное учреждение для дочки. Теперь с сентября 5-летняя Теона будет посещать новый детский сад, расположенный недалеко от дома. Группу приглашения было, таким образом мы узнали. Ребенок очень захотел пойти, хотя уже надежды не было. Вот прекрасно, что сразу 3 садика открылись в этом году. И большое количество детей наконец-таки смогут воспользоваться. После торжественной части все участники мероприятия отправились на небольшую экскурсию в здание нового дошкольного учреждения. Гости посмотрели группы, игровые зоны, актовые и спортивные залы. Стоит отметить, что Восточная Бутово – активно развивающийся микрорайон со всеми необходимыми социальными объектами. Полноценно работающую поликлинику, которая, честно говоря, рождалась как хороший ребенок в муках, довольно долго получали, устраняли недоделки, потом получали лицензии, но тем не менее все начало работать. Вот. Ну а касаемо, мы видим сейчас строящуюся школу, это, ну, наверное, самый большой запрос, который существует на территории Ленинского округа. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Екатерина Давлятова, Видное ТВ.